this poverty. And when I make my money, I'll send it back to you. Father, give me strength, I pray. I have to end this misery. It's causing too much pain. Вам большое спасибо, Нуир Квартету и Квинтензе. Спасибо огромное. Они молодцы, что это организуют, потому что вообще Чаплина по-другому немножко для нас открывает. Мне очень понравилась живая музыка, особенно фильмы Чарли Чаплина. Это они очень классные, очень веселые, смеялся от души. Очень много позитивного сегодня было, как для взрослого поколения, так и для детей. Это очень важно. Чарли Чаплин и соединение с камерной музыкой, я думаю, что это бесконечное открытие. Очень здорово, когда живое сопровождение, конечно. Музыкальное, как бы одновременно и концерт, и кино вместе. Ой, мне очень понравилось, я с таким удовольствием посмотрела, потому что для меня Чарли Чаплин – это воспоминание детства. Музыка замечательная и качество замечательное. Спасибо огромное за такой проект. Мне очень понравилось, это отличный способ провести вечер воскресенья, и я считаю, что такая культурная программа, она всегда всем на пользу. Я уже давно рекомендую этих ребят, потому что давно наблюдаю за их творчеством, потому что они молодцы, виртуозы. Я считаю, что ребята молодцы, и мысленно их сегодня много раз благодарила за то, что они вообще делают такие вещи. Чаплин – это я, это вы, это все, кто смотрит это сейчас. Тем он и велик, то, что он сумел вынести на экран то, о чем думает каждый из нас, то, чего боится каждый из нас, то, что хочет каждый из нас, да? Вот поэтому он вот уже 100 лет мы посмотрим и еще долго будем смотреть. Тридцать первого числа зрителей ждет уже, как можно понять, довольно-таки полюбившееся мероприятие. Это фильм Чарли Чаплина «Огни большого города» в сопровождении струнного квартета «Нуар» и нас с Романом, представителей группы «Квинтензе». Будет добрый фильм, хорошая музыка, много позитивного настроения и... Новый год, да, этим все сказано. Будет другая музыка, другой зал. Все, может быть, совсем по-другому. Останется прежним одно. Чаплин. От лица струнного квартета «Нуар» я приглашаю всех, кто еще не смотрел этот фильм, тех, кто уже смотрел этот фильм, обязательно приходите 31 декабря и посмотрите, что мы для вас приготовили. Я вас уверяю, не потеряйте время зря, а получите огромное удовольствие. Мы, конечно, будем рады видеть всех и всегда испытываем огромную поддержку из зала, кучу позитивных эмоций, которыми мы сами подпитываемся, и мы будем очень рады видеть всех. Это можно одним словом охарактеризовать, это счастье. Мы уже купили билеты, да. Так что увидимся 31-го.